Для учеников Ильинской школы урок по предмету «Окружающий мир» на выезде. В питомнике растений «Экоплант» ребятам устроили познавательную экскурсию. Эти красивые растения называются можжевельники. Это сорт Blue Arrow. Если вы заметили, они голубого цвета. Вырастают они до 4 метров. Растут очень медленно. Их также высаживают как одиночное дерево, а также используют в любой уже созданный ландшафтный дизайн. В «Экопланте» больше 20 тысяч растений, 60 сортов деревьев и кустарников, которые чувствуют себя вольготно в нашей климатической зоне. Но ребят больше волновало, почему елки колючие, как не навредить зеленым насаждениям и что лучше выращивать дома. Я увидела очень много разных растений. Мне рассказали, как ухаживать за ними. И здесь очень классно. И здесь очень красиво. Мне понравилось растение кедр. Я его вижу, именно этот вид первый раз. А так я видел кедров очень много. Специалисты питомника – защитники природы. По итогам такого открытого урока школьники должны научиться видеть ее многообразие и бережно относиться к деревьям. Такой визит в питомник мог быть полезен и для многих взрослых. Мы показывали ребятам туи, сосны, декоративные сосны. Мы показывали сегодня очень красивую беседку из березы. Мы показывали клены красные. Поэтому, все, что их заинтересовало. Рассказали, для чего это нужно делать, как это сажать и как мы перевозим такие взрослые деревья на участки и сажаем. Зеленые подопечные «Экопланта» совсем скоро отправятся на акцию «Лес Победы». 12 мая сеянцы сосны будут высажены в городском округе Красногорск.